Касым-Жомарт Токаев выполнит желание одного из участников акции «Жюрек жилое». Президент принял участие в благотворительном мероприятии, в котором волонтеры помогают нуждающимся людям. Они исполняют просьбы и желания многодетных семей, людей с особыми потребностями, пенсионеров. И вот сегодня глава государства встретился с участниками акции. Ему предложили вынуть из сундука с письмами одно из обращений. Я пенсионерка, мне 68 лет. Я состою во второй городской поликлинике. У меня диагноз гипертония ИБС 4 риска. Два инфаркта было у меня. Поэтому прошу тонометр. Я тонометр дверем замедлить. Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание автора письма будет исполнено. Президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию. Те же, в свою очередь, предложили всем неравнодушным казахстанцам присоединиться к ней и делать добрые дела, помогать людям.